Бутовский полигон – одно из самых страшных мест в советской истории. Здесь в середине 20-го столетия массово расстреливали священнослужителей и тех, кого считали врагами народа. В расстрельном списке больше 20 тысяч человек. Для того, чтобы почтить память жертв политических репрессий, на Бутовском полигоне ежегодно проводят божественную литургию. Глава Ленинского городского округа Станислав Катров лично встретил митрополита Крутицкого и Коломенского Павла, который совершил богослужение в окружении епископов и священников. Я по благословению сего веки веков, аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. В этот день сотни православных верующих пришли почтить память тех, кто погиб от сталинских репрессий. Это очень важное событие. Стараемся посещать каждый год этот день Бутова. Это же память наших верных отцов, которые отдали жизнь за нас, своей верой показали, научили нас любви, веры. Что хочется сказать? Господи, Россия, спаси нас, Господи, Россию нашу. Мы должны, конечно, поминать их, приезжать сюда, молиться. То есть это как бы христианский православный долг. Для некоторых прихожан это личная трагедия. Людмила Твердовская через много лет узнала, что на этом полигоне расстреляли ее деда. Поляка по национальности преследовали по политическим мотивам и приговорили к смертной казни. Я приезжала сюда уже не один раз, и каждый раз как бы вот находила для себя что-то новое, потому что духовно они очень поддерживают. Вообще наши все мученики христианские, да, но особенно вот эти новые, потому что они ближе всего к нам, они слышат. И вот человек, он как бы, душа откликается, мы чувствуем это. Напомним, что днем памяти жертв политических репрессий в России считается 30 октября. Юлия Стаферова, Алексей Стафуров, Гульнара Балаева, Видное ТВ.